Ёб твою мать. Авария! Ебилы, бля. Ученых и широкой публики. Ну что ж, да. Давайте ждать. Да. А нынешний марсоход вот собирается уже... Случилось? Ты что, больной или что, блядь? Успокойтесь, парни. Парни, тебе сейчас голову рушат. Ребенок блядь. Сидит. У нас тоже ребенок. Не дурак, я бы сейчас прикрою. И что там больно? Не кричите. Не кричите. Ты там ебаный, блядь. Что ты наебалый, ты да чё? Сашу, смотри, что сделали. Это кто? Прикрытие санкционной политики Соединенных Штатов по отношению к Ирану. Потери Ирана, они есть, но не в таком значительном масштабе. Санкции достаточно серьезно влияют на экономику, на общее состояние народного хозяйства, но больше они оказывают давление на общественное мнение Ирана. Не очень для сборной России, как в предыдущих атаках. Сейчас же повезло. I got all of this shit on camera. Holy shit. Дает он нахуй, буксует, блядь. На ровном месте. Мужикам не страшно? Ой! Блядь, чуть не сюда.